Праздничное настроение нужно создавать себе самому. Я начала с мини-декора моей комнаты. Я украсила ее сердечками и включила музыку. Сегодня я встала первой, и было решено делать сюрпризы. Символом этого праздника являются, конечно же, сердечки, поэтому будем их творить. Сердечки в кулинарии можно делать из всего чего угодно. Можно сделать омлет в форме сердечка, но моя мама любит сладенькое, поэтому я делаю блинчики. Вырезаем, теперь красиво выкладываем на тарелку. И декорируем любыми подручными продуктами. В моем случае это будет сгущенное молоко и черника. Рисуйте, поливайте или просто украшайте. Все равно это будет очень-очень вкусно и, естественно, красиво. Ягодки придадут изюминку этому блюду. А еще моя мама обожает чернику, поэтому я думаю, что она это все оценит. Приступаем к сюрпризу для папы. Папа обожает бутики, но главное это, естественно, форма сердечек. У меня в холодильнике нашлось колбаса и сыр, но вы можете делать из чего угодно, ведь главное это сердечки. Если у вас вдруг нет таких формочек, не беда, это можно сделать и ножом. Ну а если вы хотите идеально, то просто вырежьте себе трафарет. Вырежьте сердечки нужных размеров из бумаги и, приложив, обведите ножом. И все, любимые будут рады. Бутики получаются очень милые и симпатичные. Они просто не могут не понравиться вашим родным. Это могут быть либо маленькие канапешки, либо один гигантский бутерброд. Я думаю, что бы вы ни приготовили, что бы вы ни придумали, вырезав это в форме сердечка, вы 100% попадете в точку в этот замечательный праздник – День Святого Валентина. Мой папа любит остренькое, поэтому украшение для его бутиков будет кетчуп чили. Я думаю, что ему очень понравится, потому что вышло очень симпатично. Всем привет! Мои сюрпризы родителям уже готовы. Я иду их сейчас удивлять. Ну а мы с вами встретимся чуть позже. Ну что ж, спешу поздравить вас с Днем Святого Валентина! Желаю вам любви большой, крепкой, а главное взаимной. Кстати, в ответ на свои сюрпризики я также получила подарочки. Мне подарили вот такую вот замечательную толстовку с этим замечательным мишкой Тедди. Она, кстати, очень символичная, потому что она вся в сердечках. А также мне пришла посылочка. И я хочу открыть ее вместе с вами. Так. Открываем. Круто! Смотрите, мне пришла вот такая вот подушечка эмоджи. Вот она. Я очень давно такую хотела, потому что я видела ее почти у всех своих друзей. Она такая желтенькая, милая. И она также символичная, потому что она с сердечком. У-ху! А еще у нас в школе тоже празднуют этот день. Я, кстати, в этом году буду ангелочком, который разносит валентинки. Как раз сейчас я готовлю и свои. Ну что ж, подарки и валентинки для моих друзей из школы уже готовы. Ну а сейчас я хочу порадовать и вас своими подарочками. Я хочу порадовать вас за то, что вас становится все больше и больше, за то, что вы продолжаете ставить мне пальчики вверх, подписываться на мой канал и радовать меня своими позитивными комментариями. Поэтому сейчас будет
конкурс! Итак, условия моих конкурсов, как всегда, несменны. Первое – это, естественно, быть подписчиком моего канала. Второе – поставить большой пальчик вверх под этим видео. Третье – написать внизу в комментариях «Я участвую». Ну и четвертое – поделиться этим видео в соцсетях. После этого, через неделю, я разыграю подарочки для вас. Победителей будет трое, они получат от меня сладости и вот такие вот символичные магнитики. Желаю вам всем удачи, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите мне позитивные комментарии, они меня очень радуют. С тобой была Марта Свит, пока-пока!